Мы черный отряд Флориана Гайгера. И мы хотим биться с тиранами. Пики вперед! Выпусти им кишки! Пусти по монастырской крыше красного петуха! Друзья, земляки, я Алексей Соболев, это народное сопротивление Кунцево. Сегодня здесь проходит церемония прощания с нашим земляком. Он был неоднозначный человек, многие не разделяют его взглядов. Я тоже не совсем согласен с тем, что он говорил. Но Макс был настоящим воином, настоящим русским мужиком в его самом правильном понимании, сильным, честным, бескомпромиссным ко всякому дерьму. И мы запомним его тем, кто боролся с педофилами, с наркоторговцами, с нелегальными мигрантами и прочим нечистью, которая заполонила улицы нашего города. Мы прощаемся с обычным кунцевским пацаном, которому было не все равно на то, что происходит в его стране, в его городе, в его районе. Макс был и остается настоящим воином.